человеку, который поддерживает армянскую культуру не только в Москве, но и по всей России. Представитель Союза армян России Левон Муканян. Под ваши бурные аплодисменты, друзья, встречаем Левона. Я от души поздравляю от имени Союза армян России нашего дорогого Левона с днем рождения. Именно 27-го ночи он родился. И мы хотим отметить, что Левон на протяжении многих-многих лет вносил активное участие в деятельности Союза армян России, укрепляя нашу диаспору в Саратове, откуда он приехал в Москву. Он проводил очень обширную работу с молодежью и приехал в Москву, это продолжает делать. Делает это искренне, патриотично, с душой. Поэтому позвольте от имени вас всех поздравить Левона, пожелать ему здоровья, благополучия, всего самого-самого наилучшего. И имею честь от имени Союза армян России, решением руководства Союза армян России, вручить за содействие деятельности Союза армян России, за укрепление армянской диаспоры России, вручить Васканяну Левону Ашотовичу медаль Союза армян России. Удостоверение. Левон. Огромное спасибо, Левон. Только что меня спрашивали, насколько серьезна эта медаль. Я сказал, что вот у вице-президентов таких медалей нет. Левон очень достойный. Я очень рад, что решение руководства Союза армян России было именно в день его юбилея вручить памятную юбилейную медаль. Ты заслужил это от всей души. Поздравляю. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо, Левон. Хочу выразить тебе огромную благодарность. Хочу выразить благодарность Арашу Авичу Аграмяну за такую великую честь получить в 30 лет такую заслугу. Огромное спасибо вам, друзья, и Союз армян России. Я всегда рядом с вами, Левон. Мы еще свернем горы и докажем, что мы лучшие. Друзья, на обратной стороне этой медали написан лозунг Союза армян России, лозунг нашей диаспоры. Единстве наша сила. И это так. Спасибо, Левон! Аплодисменты, друзья. Мне очень приятно получить такое. Давайте поаплодируем друг другу, потому что это вы сделали. Это вы оценили. Спасибо, друзья. И я думаю, сейчас самое время нам чуть-чуть потанцевать под лучшие хиты. Yeah.